большей части тела выступают не по делу. Если вирусом бактерия, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В четверг в Самарской области облачно с прояснениями, местами осадки в виде небольшого снега, температура воздуха в дневное время -10, -12 градусов, ночью 11-13, ниже 0. В Сызрани тучи, осадки в виде снега, днем 9 градусов с минусом, ночью 10, ниже 0, ветер западный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти облака, небольшой снег, днем -10, ночью -11 градусов, западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, утром возможен снег, днем -12, ночью -13 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 79%, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.